В Краснодаре началась регистрация кандидатов на пост главы региона. Выборы состоятся 13 сентября в день единого голосования. Помимо бумаг, всем претендентам необходимо собрать свою поддержку почти по 800 подписей городских и районных депутатов. Как нам сообщили в избиркоме, пока никто из кандидатов заявки не подал. Однако время еще есть. Принимать документы избирательная комиссия будет до 29 июля. У нее будет 10 дней для рассмотрения с момента их поступления. После этого претендента на пост губернатора либо зарегистрируют, либо откажут ему в участии в предвыборной гонке. Всего на кресло главы региона будут претендовать 6 кандидатов. Вениамин Кондратьев как представитель «Единой России», первый секретарь Краевой коммунистической партии Николая Сачи, депутат Госдумы «Справедливый рост» Андрей Руденко, помощник депутата Госдумы «Либерал-демократ» Сергей Фисюк, пенсионер Виктор Пономарев от партии «Социальной защиты» и самый молодой из кандидатов – 30-летний Михаил Абрамян, консультант ЦК партии «Коммунисты России».